Реле EL11, реле контроля и чередования фаз. Покажу пример, как она работает. Так, вот сама как выглядит реле, крепится на динрейку. В данном случае я ее прикрепил просто на винты. Вот сама внутренняя плата. И вот видно выходное промежуточное реле, которое переключает, соответственно, контакты 1-2 нормально закрыты и 3-4 нормально открыты. Светодиод индикации сеть. То есть он горит тогда, когда присутствуют все три фазы напряжения в правильном чередовании. А это выходные реле, выходные контакты реле. То есть, как я уже говорил, 1-2 нормально закрытый, 3-4 нормально открытый. Вот нормальный режим реле. То есть все три фазы приходят, чередование фаз соответствует АБЦ. Индикатор сеть горит. 1-2 разомкнут, 3-4 замкнут. Поэтому горит красная лампа. Сымитируем пропадание одной фазы. То есть уберем фазу С, например. Нет, лучше вот здесь. Пошел отсчет времени, и примерно через 5 секунд реле отключится. Реле отключилось, 3-4 контактора замкнулся, 1-2 замкнулся, зеленая лампа загорелась. Подключаем обратно. Реле обратно переключило свои контакты. Так, данный регулятор, это с помощью него настраивается выдержка реле. То есть меньше и больше. То есть от 0,1 до 10 секунд. Давайте поставим поменьше. И попробуем одну фазу разорвать. Аккуратненько. Реле погасло. Лампочки переключились. Включаем снова.